Московский районный суд вынес приговор бывшему преподавателю ЧГУ. Молодой педагог должен выплатить 2 миллиона 760 тысяч рублей штрафа за взятку 43 тысячи. Кроме того, суд лишил его возможности преподавать в течение 2 лет. Как установило следствие, в июне прошлого года 29-летний педагог получил от студентов вуза деньги за зачет. На взятку преподавателю скинулись 85 человек. При этом в качестве посредника выступал младший брат осужденного. Затем преподаватель, желая увеличить сумму взятки, попросил своего младшего брата потребовать от студентов еще 25,5 тысяч рублей за постановку зачета. И при получении этих денежных средств младшим братом действия злоумышленников были пресечены сотрудниками органов внутренних дел, а также следователями Следственного комитета. К штрафу приговорили не только преподавателя ЧГУ, но и его младшего брата. Парня осудили по статье «Посредничество во взяточничестве». Ему, в свою очередь, придется выплатить 1 725 000 рублей.